Почти сутки пролежал большегруз на обочине Саратовского шоссе. Сегодня утром, когда наша съемочная группа прибыла на место происшествия, на помощь КАМАЗу пришли водители нескольких грузовозов. Как нам рассказали дальнобойщики, большегруз перевозил семечки, выращенные в одном из агрохолдингов Самарской области. Водитель не справился с управлением, и потому кузов опрокинулся. Работы по его поднятию проходили рано утром. Для этого на место прибыли большегрузы из того же агрохолдинга. В них погрузили рассыпавшиеся семечки. До маслозавода КАМАЗ не доехал около километра. А между тем, в социальных сетях в обсуждении этой новости балаковцы переживали за водителя и рассуждали, неужели в городе нет служб, которые помогли бы поднять грузовоз.